Привет, что доводится место сцены. Итак, вы уже миллиард раз видели, как правильно снимать фильтр воздушный у Шкода А7, у Шкода А8. Одно и то же, что у Кадиллака, у Суперба, вся одна хрень. Ну, конечно, вы, возможно, не видели на других каналах, как идеально все это сделать. Это рассказано на канале Стаса, можете посмотреть. Но этот ролик не про это. Этот ролик про то, что творится у вас там, пока вы думаете, что у вас там все хорошо. Итак, фильтр был заменен месяц назад. Почему мы это делаем? Потому что мы экспериментаторы. Вот видите, все как бы хорошо, российский фильтр. Так, вытаскивается он. О, крышечки есть тут. Такой пазик. Тринг. Смотрим, что с фильтром. Прошел всего один месяц. Один месяц? Ё-моё. А тут так-то нехило. Один месяц. Тут у нас уже и перья. И какой-то мусор. Один месяц. Когда правильно менять фильтр? Естественно, правильно менять фильтр после окончания пыльного сезона осенью. А кто из вас знает, что у вас творится там? А там, я думаю, полный кошмар. Сейчас мы посмотрим, что же там. А он знает, что там творится, нам поможет эндоскоп от фирмы Ралкам, который можешь приобрести по ссылке в описании на AliExpress, на официальном сайте. Товарищи, вопреки мнению, что там под жабо стоит дополнительный фильтр, как мы видим, никакого дополнительного фильтра там нету. Ну, фонарька свечу. Там просто та же самая решетка. Поэтому ничего менять там вам не нужно. Вам просто нужно было купить вот этот Ралкам по ссылке в описании. Ну или смотреть канал Сасен. Произвели влажную уборку отсека под фильтр и ставим фильтр. Я, конечно, ребята, патриот там России, Россия вперед там за импортозамещение, но в частности воздушных фильтров, товарищи, российские фильтра еще так странно. А что он не залазит? Сейчас разберемся. Продолжаем. Российские фильтра еще не достигли уровня хотя бы фильтрона. Кстати, залазил крайне сложно. Будем надеяться, он там раскрылся и будет обалденно герметизировать движение потока вниз. Закрываем, защелкиваем. Перед этим протерли крышечку. И собираем в обратной последовательности. Заводим левый край, потом правый, потом подсоединяем ограничитель. Все установлено, все работает. Секрет установки. Там вот этот ограничитель заводите. Есть там пипка, она упирается, вот, как уперся тот крепеж в пипку. Сразу же заводим этот отверткой, пунк, и залетает
Потом подключаем ограничитель. И все работает. И дышим свежим воздухом. Итоги по замене салонного фильтра. Фильтрон не передает запахи с улицы. Салон — это очень хорошо. Как бы не было прекрасно импортозамещение, но вы видите, скрипит заслонки. В чем косяк? В Шкоде Октавия 8 надо чаще менять фильтра салона, чтобы пыль не проходила к заслонкам воздушной системы отопителя. Так сказал дилер, типа из этого скрипит, это не, как сказать, не гарантийный случай. Так что чаще меняем, ставим хорошие импортные фильтра и не нюхаем улицу. Лайк, подписка, до свидания. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.